Эльвира Казанцева с семьей пришла в загородный парк отдохнуть и сама не ожидала, что окажется в прошлом. Культурно-этнический фестиваль «Раскудесы» предложил гостям попробовать свои таланты в 46 мастерских. От гончарного искусства до женских рукоделий. Эльвира выбрала мастер-класс по письму. Сотрудники музея не только рассказали, как и на чем писали древние русичи, но и научили пользоваться гусиным пером. Девушка решила, ей в жизни этот опыт пригодится. Романтические письма и поздравления, да, можно. Если красивую открытку оформить, я думаю, очень будет приятно и интересно, и необычно, нежели печатный текст на клавиатуре. В старину молодые люди относились к созданию семьи очень серьезно, к выбору супруги подходили практично. Будущая жена должна была быть в первую очередь хорошей хозяйкой и рукодельницей. Чтобы показать свои умения, девушки на выданье делали тряпичных кукол и выставляли их на подоконник. По красоте куклы, то есть ему больше нравится, какая кукла, какая красивее, какая аккуратнее изготовлена. Туда, конечно, та девушка лучшая хозяйка. Хорошая хозяйка, у нее хороший вкус, может быть, видение. А такая девушка нужна всем. Конечно же, он шел именно туда. А вот сегодня, что можно сказать, вот мастер-класс проходили все, те, кто садились за этот стол, хорошие самарские? Да, безусловно. Все девушки красавицы и очень хорошие хозяйки. Тест пройден. Молодые люди смогли показать свои умения в богатырских турнирах, стрельбе из лука и битве на мечах. Под занавес праздника прошли хороводы и демонстрация национальных нарядов с 10 века и до наших дней. И наша задача вот с этим фестивалем попробовать показать людям, что традиция, она может войти в нашу жизнь и как-то гармонично в ней присутствовать, что не стоит от нее отказываться насовсем и навсегда. Первый культурно-этнический фестиваль «Раскудесы» сразу собрал много гостей, около 2000 человек. Организаторы решили и в следующем году снова провести такой праздник. Гостям будут представлены и новые площадки, русская кухня, архитектура и ночное рандеву со сказками и историческим кино. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.